Пусть они еще дети, но линейка проходит на плацу. 28 ребят впервые войдут в стены кадетского корпуса и проникнутся духом казачьей жизни. Здесь всего обучается 150 человек. Каникулы дали возможность расслабиться и отдохнуть. Ребята понимают, ближайшие 9 месяцев филонить не получится. Помимо школьной программы, их ждет серьезная военная подготовка. Поскольку кадетский корпус – это прежде всего подготовка к военной службе, то есть наши кадеты в основном стараются выбирать военное училище, мы не должны их подготовить к этим военным училищам. То есть это строевая подготовка, это разборка, сборка автомата, это одевание противогаза, это спортивные различные секции, которые существуют, начиная от восточных единоборств и заканчивая игровыми видами спорта. 24 кружка и секции ждет кадетов в этом учебном году. И не просто ждет. Кадет обязан посещать как минимум 3 секции в неделю. Но детям это нравится. Тут как бы улучшенная дисциплина. Тут все по расписанию, как у настоящих военных. Учиться очень нравится. Здесь прекрасный преподавательский состав, прекрасная физическая военная подготовка, строгая дисциплина. Для маленьких детей со взрослыми мечтами дают первый звонок. Господа кадеты торжественным маршем под прощание славянки отправляются постигать гражданские и военные науки. Андрей Мамошин, Елена Лыщицкая, Евгений Седачев. События. Стародуб.